Итак, кто может сказать мне какое-то слово? Берешит, которое означает «начале». Кто бы хотел там присутствовать? Это было бы интересно увидеть, как Бог создает всю Вселенную. У меня есть пару вопросов. У меня есть экзамен. Кто любит экзамены? Даже если вам не нравится, у вас все равно будет экзамен. Сколько было Каину и Авелю, когда они боролись? Сколько было Каину и Авелю, когда Каин убил Авеля? Мы поговорим это позже. Но хочу, чтобы вы думали об этом. Какая была первая заповедь? Какая была первая заповедь? Пусть будет свет. Exactly right. Да будет свет. Это правильно. В Бытие 1 главе, 1 и 3 стих. Видите экран? Была темнота. Мы читаем. Земля была... Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И Бога... Это была просто пустая. И тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да, будет свет. Вот видите эту птицу? А тот голубя с правой стороны, он сказал, да будет свет. И был свет. Если вы подумаете об этом, эта вода была живая вода. Бог сказал, да будет свет, но не было солнца, не было луны, не было звезд. Это только произошло в четвертый день. Так что... Откуда приходил этот свет тогда? Заметьте это. Я хочу, чтобы вы помнили это. Вы увидите, что океаны, море, они показывают разные народы мира. В Библии эти море, это вода, это показывает язычников. Подумайте, это параллельно создание Вселенная к сотворению язычников. Исайя 61:5. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари с восходящим над тобой сиянием. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепешь, и расширится сердце твое. Потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе. Эти народы или язычники? Богатство моря — это достояние народов. Итак, темнота над всем, нету людей Божьих. И потом Бог создает народ Израиль, и не должны привести этот свет, и все народы потом приходят к ним. Откровение 17:1. Это было в начале книги, теперь мы в конце. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говорил со мной, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебя над великой блудницей, сидящей на водах многих. 15 стих. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Понятно ли это? Вы видите эту связь? Потом, Иоанна 8:12,
Это было после праздника Скини. 7 июня это был праздник Скини или Кушей. И потом Христос опять говорит к народу и сказал: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет свет жизни». Это возвращается к бытию, к созданию. Есть океаны, есть моря, и Иешуа, Он несет этим светом. Итак, когда мы смотрим на эти моря, есть океаны, но море — это часть океана. Это 12 морей, Красное море, вы знаете, где это находится, потом Мединское море, и это показывает все моря. И когда говорит о морях, она говорится о этих разных народах. Здесь мы замечаем, что есть этот свет. И мы знаем, что Иешуа является этим светом. Он был свет в сотворении. Иешуа был этим светом. Он был, откуда этот свет исходил. Псалтырь 119:120. Вообще-то, притча 6:23. «И по заповеди светильник, и наставление свет». И мы видим, что Иешуа и Тора есть этим светом. Закон существовал перед Моисеем. Да, Моисей написал, но оно присутствовало перед сотворением. Это мне очень... Это прекрасно. Псалом 119:129-131 стих. Это буква «пей». Что такое «пей» означает на еврейский? Рот. Рот, который говорит. И что мы здесь читаем? «Дивные откровения твои, потому хранит их душа моя». Итак, он хранит откровения. Откровения слов твоих просвещает. Это почему, когда он начал говорить, был этот свет. Потому что когда он открыл свой рот, оно производит этот свет. Разумляют простых. Открываю уста мои и вздыхай, ибо заповедей твоих жажду. Жажда твоих, ибо заповедей твоих жажду. Свет. Свет пришел с закона. Он объявил в начале сотворения, и был этот свет. И с этим светом есть его заповеди. Это Тора. Он был это, еще была это физическая Тора. Это живая Тора. Есть была Тора, которая была написана, это живая Тора, которая описывает его. То, что ему нравится, что ему не нравится. Когда вы женитесь, вы очень знаете, что ваш супруг любит и не любит. А что, если у него аллергия на цветы? Если у него аллергия на шоколад, и вы просто даете ему шоколад. А Бог описывает себя, чтобы мы знали, что Он любит, что Он ненавидит. И это нам очень прекрасно. Вот это что ученые увидели этот свет, который происходит, когда эта жизнь происходит. Он говорит, что те, которые входят в этот мир, каждый человек, у него есть этот свет, когда они входят в этот мир. Это означает, что этот свет в момент, когда эта жизнь начинается, потому что свет есть жизнь. Псалтырь 104:1-2 стих. «Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славою, величием! Ты одеваешься светом, как ризою, протираешь небеса, как шатер!» Свет — это его одежда. Хавтора, который написан с этой Торы, это Исаия 42 глава.
который говорит об создании Израиля. Бытие первое — это создание мира, вселенная. А Хавтора — это создание Израиля. Исайя 24:1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». Кто этот израильтин? Это Иешуа. Это обращается к Иешуа. Оно не говорит, они принесут. Нет, мы читаем, он принесет. Это говорит о Божьем слуге Иешуе. 3-4 стих. Троси надломенной не переломит, и льна курящего не угасит. Будет производить истину, производит суд по истине. Не ослабеет и не изможет, доколе на земле не утвердит суда. На закон его будут уповать острова. Это не только Израиль. Потому что сказал он, не они. Это обращается к Иешуа первого. Здесь говорит об одном человеке. И почему мы читаем, что троси надломенной не преломит? Что это означает? Раньше мы читали, что Израиль, они полагались на Египет для защиты. И Библия его сравняет, Египет это троси, которая переломится. И оно может, если будет полагаться на него, то оно может поломать твою руку. Мессия, он не преломит этой троси надломенной. Он исцелит. Льна курящего не угасит. Он старается, чтобы оно еще ярче горело. Многие из нас чувствуют, что мы выгорели. Но Бог может принести этот свет опять в вашу жизнь. Мы читаем, что Он возвратит народам суд и возвратит этот суд на землю, потому что Он есть этот свет Торы. Исайя 9:6-7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида. И царь его, чтобы ему утвердить ее и укрепить ее судом и правдою отныне до века. Ревность Господа Савофа соделает это. Богу нравится праведность. И что здесь неправильное? Здесь неправильный суд или праведности. Нету ничего это на земле. Тут все политическое. Исайя 42, 5, 6. 5, 6 стих. И это похоже на что мы читаем в Бытие. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящий по ней. И что Он сделал в Бытие? Он дал этот дух. Я, и кто здесь я? Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя и поставлю тебя в завет для народов, во все для язычников. Есть кто-то, кто с Иуды, который еврей, который принесет этот цвет к язычникам. Есть какой-то другой еврей, который принес этот цвет к язычникам? Нет. Но, может, что вы не заметили, здесь тебе это единственным числом, не множественным. Он говорит, он даст вам завет между тобою и землею.
Он сойдет этим заветом. Я тебя делаю заветом между отцом и землей. Нету этого завета между ним и законом. Он есть этот завет. Он завет между человеком и Творцом. Это было не написано на камне, но на теле. Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Псалтирь 33.6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом у сего всевоинство их». Можете это представить? Вы знаете, какие большие эти звезды? Они делают, чтобы наше солнце смотрелось маленьким. Но Бог это все это создал. Даже эти большие звезды. 2 Тимофея 3, 16 стих. Все Писание Бога вдохновено. И кто думает, что мы можем как-то изменить и сказать, это неправильно. Я был бы очень осторожен быть редактором для Бога. Иоанна 1 по 5 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. Оно было вначале у Бога. Перешит был Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла ее. Вначале была эта темнота, океаны, и Бог привел этот свет Торы и Мессии. Итак, что начинает быть 1, 4 по 5 стих. «И видел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Где мы читаем? Бог видел свет. Вот. Вот что на иврите написано. Есть Хаор. Есть Алеф Тав. Хаор. Вы знаете, что прекрасно об этом? Бог создал свет, как это вселенную. Здесь этот маленький светильник. Что очень интересно, что хочу вам объяснить. Свет — это была Тора. Но перед тем Алеф Тав Хаор. Хаор — это свет. Я думаю, Алеф Тав — это что-то, свет произведен Богом, не человеком. Вы не поверите это. Но каждая буква в еврейском алфавите имеет эту цифру. Алеф — это 1. Тав — это 400. Хей — 5. Вав — 1. 6, потом 200. Знаете, что все вместе? 212 плюс 400. Это 613. Это сколько законов? И это почему Тора является законом. Тора является светом. Тора есть этот свет. Кто может мне это прочитать? Какая первая буква? Бейт. Бейт означает «в». В начале. Бейт. Потом тав. Какой звук делает? Т. Потом вав, как о. Реш, как делает звук «р». Хей делает «х». Это в Тора. Это слово Тора. Бейт. Потом «т», «о», «р», «а», «х». Тора. Я хочу, чтобы вы все это заметили. В Торе. Знаете, что в Торе? 613 букв. Тора есть свет. Здесь мы видим, что Тора — это тоже 613. Это тоже совпадение великое. Это слово для света.
Бытие, 1 главе, 3 по 5 стих, встречается 5 раз, но оно пишется «Алавреш». Но то же самое еврейское слово, когда оно используется в 6 раз, в 14 стиху, когда он создает этот цвет, это солнце и луну, эти два больших цвета. Теперь оно написано по-другому. Алев Бавреш. 6 раз, хотя, когда говорится об этом физическом свете, теперь нету этой буквы Вав. Теперь Алев Реш. Это не идеальный свет. Потому что он не такой яркий свет, как который Бог был в начале. Вы не замечаете это в английском, но в иврите, когда он делает этот физический свет, Алеф Реш, оно не такой яркий свет. Но это то, что мы только замечаем на иврите. Мы замечаем, что полное написание еврейского слова с неполным или дефективным написанием слова. Написанное слово в полной или неполной форме означает цельность. Написанное в неполной или неполной форме указывает несовершенство. Свет, который сиял в первые дни творения, был совершенным, полным светом, тогда как тот, который сиял при сотворении солнца и луны, был светом менее. И когда солнце и луна были созданы, другой свет ушел. Так, что случилось с Божьим светом? Бог забрал свой свет, и теперь у нас есть солнце и луна. Но в Откровении мы читаем, что Божий не будет это нужды для солнца и луны, потому что Бог будет там, потому что Бог является светом. Великий этот свет творения мы можем его найти в Торе. Он одел его в Тору. Это где скрыт этот свет, пока мы его не откроем. Исайя 42, 21 по 23 стих. Господь угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Христианство хочет избавиться от Торы и сказали, что оно уже исполнено. Но Бог говорит, нет, я хочу возвеличить, я хочу его прославить опять. Но этот народ разоренный и разграбленный. Все они связаны под землей и сокрыты в темницах. Сделались добычей, и нет избавителя. Ограблены, и никто не врет. Отдай назад. Кто из вас преклонит этому ухо? Вникнул и выслушал это для будущего. Последнего дня, для будущего. Будет те, которые хотят возвеличить этот Тора. Это, что мы здесь, Эл-Шадай, стараемся это сделать. Это исполнит это пророчество. Ахарон. Это время, которое вернуть Торы на ее место. Возвеличить Тору и прославлять закона. Это часть восстановления. Есть Создатель, который любит нас, и он хочет, чтобы мы его любили. Факт, что Творец существует, дает смысл и цель творению. Если не было Создателя, какой смысл и цель была в жизни? Все просто живут для себя. Это просто война. Если нету Творца, все сами существуют. И они хотят приобрести, как много они могут перед смертью. Это было бы ужасно. Нет, верит этого Творца, который нас любит. Деяния 3:19. Покайтесь, чтобы ваши грехи были прощены, чтобы он послал своего Мессию, которого он держит, да, когда все восстановится. Что говорил Бог у самих всех святых, своих пророков от века. Пророчески мы живем это время восстановления. И еще не вернулся бы, когда это не восстановится. Если вы хотите, чтобы Христос возвратился, вам надо возвеличить эту Тору, прославлять ее.
Итак, я очень быстро буду читать. Вы не против, если я еще больше времени займу? Как я сказал, Экклезиаста 3.1, всему свое время всякой вещи под небом. Есть время родиться. Знаете, что это означает? Цель связана с вашей рождением. Я не знаю, какие были обстоятельства. Может, вы были результат какого-то неправильного отношения. Мне это все равно. У Бога была цель для вас. Он нуждался в вас в это время. Вы могли родиться в любое время в истории, но вы родились сейчас, потому что они спасают, сохраняют самое быстрое для конца. Мы последние. Он нуждается в вас для того, что сейчас будет происходить. Сейчас время не сдаваться, но двигаться вперед. Бог в своем намерении, у него был этот день для тебя в истории. У него все дни сочтены. Теперь ваша жизнь имеет этот смысл и цель. Кто думает, что нету смысл или цель? Вы говорили это Богу? Покажу вам стихи. Какое последнее слово Торы? Если мы смотрим на Тору, какое самое первое слово во Второзаконе, в Торе? Тора. Израиль. Потом мы открываем и начинаем Бытие, Берешит, и это означает начале. Если это связываете, потому что это как круг, последняя буква, это первая буква Бейт, и когда оно вместе, ставим вместе, это Лев, который означает сердце. Тора — это сердце Божие. Ламет само, это как палка, пасуха, это контроль и силу. И Бейт означает что? Это дом, или как домик. Что контролирует дом, это сердце. Сердце. Я люблю мою Тору. Тора — это сердце Божие. И это что контролирует домом. Это 22 буквы. Алеф, Бейт. 10 с одной стороны, 10 с другой стороны. И Алеф и Ламед. Снизу и сверху. И это означает Царь. И потом, если сверху на низ, то мы читаем Элохим, и мы читаем Господь есть Элохим. Лама означает сила. Итак, это сильная сила. И что мы должны сделать? Мы начинаем Берешит. Берешит. Первая фраза на иврите. Вот чтобы вы заметили. Берешит. Есть это слово в начале, первых три буквы, это то же самое три буквы второго слова. И в самом слове начала было это слово творение. Здесь мы имеем Берешит, Бара. Вы все это видите? Алеф — это отец. Бен — это сын. Руах — это дух. Так в начале был Отец, Сын и Дух. Все были задействованы. Мы смотрим на Берешит. Бей, она намного больше других букв. И вы отделяете. Есть Бейт и Рейшит. Это просто получается Рейшит. Что Рейши означает? Это первое. Первое. Первое место, первое время, первое по порядку, самое высшее. В начале это остаток. Это что-то слово означает? Рош. Это голова. Бейт большая. Бейт это дом. В начале Бога цель был сделать этот дом для своих детей. Как вы хотите подготовить эту комнату для ребенка? Но подождите, еще. В начале есть Берешит также, это имя для Мессии назван, Рейшит.
Бейт можно перевести как «в», так же, как «для» или «через». «Бе» уже означает «в Мессии», «для Мессии», «через Мессию». Читаем Колоссянам 1:16-18. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престоли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им для Него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть слова тела церкви. Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». В этом слове, это почему нельзя подумать на одно из... Потому что христиане очень часто думают, что есть только один правильный ответ. Но есть 70 разных правильных ответов. Я все это время говорил только об одном слове. Исайя 48:16. «Приступите ко мне, слушайте это. Я изначала говорил не тайно. Начало с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Есть все три. Есть Господь Бог и Дух Его. Он посылает меня, Иешуа. Не интересно ли это? Мессия был первый. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер и пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Псалтырь 2:7-9. «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и предел земли во владение тебе». Откровение 12:5. «И родила нам младенца мужского пола, которое надлежит пасти все народы жезлом железным». Откровение 12:15. «Из уст же его изходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным». Еще один стих. Мы возвратимся. Мы это постараемся позже закончим. Мы почти закончили. Продолжаем. Откровение. Повторение, повторение. Некоторые люди говорят, что Израиль — это первородный. Написано в Торе. Это больше исход. Бог говорит фараону: «Ты убьешь моего сына, я убью твоего первородного». Израиль был первенцем. И поэтому должен быть этот первенец на небе тоже, потому что оно соответствует то, с тем, что происходит на небе. Вот этот свет. Не такого ли... Мое слово не как огонь. Следующая картинка. Его слово не только как огонь, оно также ломает камень через используя Израиль. Иеремия 51:19-21. «Не таков, как их доль Яква, ибо Бог его есть творец его, Израиль есть же наследие его, имя его Господь Савов. Ты мне молот оружием воинское, тобою я поражал народы, и тобою разорял царство». И остановимся здесь. Давайте встанем, помолимся. И надеюсь, что буду быстрее говорить в следующий раз. Итак, наш Отец, наш Царь, мы так благодарим Тебя за Твой народ, Израиль. И мы просим, чтобы Ты использовал их как этот молот против этих народов. Мы просим, чтобы Твой Дух окружал их, чтобы Ты наполнил их сердца покаяние к Тебе, чтобы мы не возвратились к Торе. Так мы молимся о тех, которые были похищены, за семьи, тех, которые пожертвовали, тех, которые были убиты. И как эта война началась, мы просим, чтобы Твоя воля исполнилась. Мы
молимся о защите каждого ребенка, каждого невинного человека, те, которые на стороне Палестины или Израиля. Мы просим мир в жизни этих людей. Отец, мы также просим, мы благодарим Тебя, что мы можем быть этим светом Твоей Торы к народам. Я благодарю за те, которые вокруг мира, которые присоединяются к нам, те, которые здесь присутствуют. И наша цель — это быть этим светом к народу. Итак, мы благодарим за то, что жертвуют, что мы можем не исполнить свою цель, но Твою, чтобы мы могли быть этим светом для народов. Аминь. Вместе. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас Твоей Торой правды. Ты благословил нас полным советом Твоего живого Слова, через силу Твоего Духа Святого, через законченного дела Мессии Иешуа. Ты один посадил между нас вечную жизнь. Благословен Ты, Господь наш Бог. Можете идти на перерыв. Итак, можете поверить, что столько в Бытие. Мы даже не затронули больше, чем первую главу. Но здесь мы находимся. Я думаю, ну, интересно, что Иоанн в Откровении увидел этот цвет во время сотворения. Откровение 1:12-13. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говорящий со мной. И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сына человеческому, облеченного в подир и по перцам, а постоянного золотым поясом. Он одет. И это только закончили говорить, что Бог является этим светом, и Он покрыт светом. Вот свет, и он одет одежду. Ещё был Алафтав. Он был начало и конец. Вот здесь находится старый Алафтав. Мы видим Ешуа как этот свет посредине этого светильника. Вот, скажите, Берешит, Бара, Элохим, Эд, Хашамайн, Баэт, Заре, означает, и в начале сотворил Бог небо и землю. Четвертое слово — это Алафтав, но не переведено. Ешуа есть этим Алафтав, и это что он увидел. Я скажу это. Например, мне это показать. Буква ВАВ. Это начало шестого слова. Это, если посчитаете, это 22-я буква. Понятно это? ВАВ. Это как гвоздь, который соединяет. Здесь он соединяет небо и землю. Вав — это как связь, это означает «и», «алев», «тав». И первый раз, когда оно исполнится, это оно соединяет небо и землю. Когда человек был создан, он был создан какой день? И вав — это также шестой день. Это связь между небом и землей. И вот человек, который начал жить на земле. Цифра 6 означает, это как то, что соединяет, как крюк. И потому что вав также 22-я буква. И сколько букв в еврейском алфавите? 22. Оно связано с шестым словом. Это показывает связь между всеми еврейскими буквами, потому что слова созданы с букв «в». И вначале было «алев тав».
был, и по-английски мы бы сказали «а», «да я». Кто знает, когда Бог говорил, Он говорил на еврейском. Он не использовал английский. Он сказал «Ехиор», «да будет свет». Итак, еврейский — это небесный язык. И в Деянии, когда он упал с своего коня, и он говорил, это я слышал этот небесный голос, и это было на еврейском. Первый раз, когда мы видим Алеф Тав, это в четвертом слове. И здесь мы, четвертое слово. И день с Господом, как 4000 лет. И четвертое слово, это 400 лет. И это когда Христос пришел. И теперь оно опять находится Алеф Тав, шестой слове. И теперь есть Вав Алеф Тав, который означает второй раз, когда Он пришел, они посмотрят на того, кого они пронзили. Мы знаем, что мы это все замечаем здесь, в начале. Здесь у нас есть Иешуа, как Вав и Алеф Тав. Он Бог и человек. Алеф Тав — это Бог, Вав — это человек. И есть тот, кто показывает и человека, и Бога. И он был пронзен. Итак, в первом стиху Бытия, это когда первый и второй раз Христос возвратится. Это был первый день. Теперь мы переходим на второй день. Мы видим, что Бог, Он отделил одну воду от воды и создал Бог твердь. И второй день, первый день, это воскресенье. Второй день. Это понедельник. Так, понедельник, что интересно, нигде мы не читаем, что она хорошая. Как нет ничего хорошего в понедельнике? День, когда дождь идет, или понедельник всегда улучшает мое настроение. Но почему оно не хорошее? Это потому что еще не было закончено. И поэтому Бог говорит, очень хорошо на второй день. Бытие 1:9-13. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание Бог назвал морями. Увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющие семя, дерево плодовитые, приносящие породу своему плод, в котором семя его на земле. И стал так. И произвело земля зелень, траву, сеющие семя породу его, и дерево, приносящее плод, в котором семя его было породу его. И видел Бог, что это хорошо. И здесь мы видим двойное хорошо. Что интересно, это что оно приносит этот плод. И что ГМО? Они хотят забрать эти семя с арбуза, чтобы они могли контролировать, сколько они создают, не мы. Это где мы сейчас находимся, ГМО. Но проблема это, что также делать ГМО с Божьим Словом. Они его загрязняют свои учения. И мы получаем это ГМО Слово Божие. Потому что Слово Божие — это как семя, которое посеяно на землю между камнями. Нам надо быть осторожным, что мы кушаем, потому что, может, мы кушаем мусор. Это что вас кормят? Итак, четвертый день — это среда. 14-16 стих. «И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». И да будет... Это не то, что мы оригинально думаем. Это Шмита Ер. Это юбилейские дни. Это дни праздников.
и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так, и создал Бог два светила великие. Великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. Он называет два великих светила. Например, если у вас два ребенка, вы говорите, вы обои прекрасные, но один лучше другого ребенка. Но вы всегда говорите, что они великие, они обои хорошие. Нет? Может, великие в разных способах. Но что интересно, что Луна и Солнце, они обои великие. Потом 17 по 19 стих. «И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. Видел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый». Итак, в начале, когда я говорил про объявление, я говорил про затмение. Я хочу показать то, что я думаю очень интересно. Это Солнце. Видите ту маленькую точку? Это Земля. Видите Луну? Нет. Потому что я там ничего не поставил. Но что я хочу сказать, если Земля такая маленькая, мы даже можем увидеть Луну. Так как Луна может блокировать Солнце, когда между Землей и Солнцем. Луна может преобразить, чтобы Солнце стало всем черным. Вот маленькая Луна, которая возле Земли. Но иногда мы заметим, что Луна и Солнце выглядят то же самое. Как они выглядят, что они тот же самый размер? Это как носить это затмение. Это когда Луна встает между Землей и Солнцем. Как оно может его блокировать? И вот чем оно заключается. Оно крутится вокруг Земли эллиптически. И оно самое далеко, оно 405 километров, самое близкое это 363 километра. И поэтому оно может выглядеть очень маленьким, очень большим. Вот здесь есть Земля, и вот маленькая Луна, которая блокирует это Солнце. Некоторые называются пенумбра, другие умбра, потому что они нет полное затмение, оно просто там тень. И эта Луна делает это затмение. И есть это золотое кольцо, потому что Луна была где-то в апогее, когда она стала посередине. И так она полностью не закрыла Солнце. Но когда она впереди, тогда она полностью заблокирует все. И будет это полное солнечное затмение. Но зависит, где Луна находится, если оно будет полным затмением или неполным. Но в Библии мы читаем, что Бог создал Солнце и Луну для чего? Для знака. Еврейское слово это «от». Буква «тав» означает «знак». В Иезекииле мы читаем, что Бог говорит, «Я истреблю все, но первое не истребите». Те, которые имеют мое знамя. Еврейское слово — это «алатав», это знак. Это Божья подпись. Как мы ставили, если вы не имели, как расписывать, просто означает «экс», потому что оно просто означает... И так раньше оно просто было как этот крест или... крестик. Так, секундочку, сейчас быстро исправим.
Поймите это. Цифра для знак, для этого слова «от», и последняя буква — это «тав», которая означает «знак». Почему мы видим затмение, и почему не как этот знак? Это потому что Луна, она 400 раз меньше, чем Солнце, но также 400 раз ближе, и поэтому она кажется тот же самый размер. Если я могу своим пальцем заблокировать ее лицо, Бог поставил это Солнце и Луну для знака. Это раз 400 на 1. И это означает номер 400. Только Бог может такое сделать. То, что хочу, чтобы вы это поняли, это одна из то, что находится в календаре. Искусство, которое находится в календаре, но хочу, чтобы вы что-то заметили. Видите, Берешит? Это первое слово Библии. Как раз мы читаем в начале. Это слово Берешит. Создал Бог, Элохим, небо и землю. И Алавтав не имеет значения. Первое слово — это что? Берешит. В этом искусстве, когда мы приближаем, есть это слово что? Берешит. Каждая буква, 22 буквы, каждая буква также — это цифра. Алеф — это первая буква. Шин — это 21 буква. Юд — это 10. Тав — это 22 буква. Если это все собрать вместе, получается 76. Понятно ли вам это? Как в римских цифрах. Каждая буква означает какой-то номер. Вот. Это где эта цифра находится. Если мы возвращаемся к этой картине, мы видим 76. И потом полностью собираем, дополняем, и получается 82. Если вы все соберем вместе, добавим 298. Это цифра этого стиха. Это умножить на 10 на 2. И это напоминает мне Авраама, когда он, ему было 100, когда Исаак родился. Получается 29 тысяч метров. Это скорость Земли вокруг Солнца. Бытие 1, когда мы добавляем эти буквы в слове «Земля», получается это скорость, на которой Земля ходит вокруг Солнца. Это мы получаем просто, когда мы берем эти цифры в этом первом стиху. Это почему мне нравится эта картина. Итак, что есть человек? Из чего вы созданы? Из земли, кожа, вода, кровь. Кровь тоже нужна. Это только на еврейском. Бог создал Адама. Это Адам. Алеф, Тавмен. Это Адам. Поймите это. Из этих три буквы мы можем объяснить самое важное о вас. Адам означает что? Это человечество. Заметьте это. Мы люди. Три буквы. Тело, душа.
ваша душа, тело будет, дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа. Адам показывает, что мы созданы с три части, и Алеф тоже означает три, потому что Бог триедин. Но есть еще, если заметили, то Адам происходит с этого слова Адама, которое означает земля. Мы произошли из грязи, потому что Адама означает грязь. У меня есть Бытие 2.7, еврейское слово. Если вы откроете ваши конспекты, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою. И насел Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. Что интересно, это слово, что сделал, это слово, которое мы находим на экране. Есть два яд. Вав, яд, седе и реш. Вав означает что? Рука. Бог использовал обои свои руки, чтобы сделать человека. Он был задействован в Эдемском саду. Также есть слово «дома». Мы здесь тоже находим слово «дома». Это прах или земля. Это просто вещь, это что-то. И если вы не ставите Бога в свою жизнь, вы просто как эта грязь, которая ходит. Вы просто грязь, которая ходит вокруг. Я вам покажу, как ваша ДНК, как вы другие, как обезьяна, как многие говорят. Когда Бог сделал зверей, я одна юд. Это то же самое слово, когда Он создал. Но когда Он делал этих животных, Он использовал только одну руку. Но когда вас две руки, так мы не зверей пришли, произошли. Бытие 2.7.8, когда мы также думаем о рае в Эдеме, когда Бог его создал. Бог создал Эдемский сад? Нет. Он не создал, когда Он это сказал. Бог посадил. Он насадил. Как вы учите готовить комнату для новорожденного? Бог хотел приготовить землю для своего первородного. И так Иешуа пришел, и Он насадил этот рай. И потом Он создал человека и поместил его там. Он лично задействован. Многие верят, что Адамский рай, я это тоже верю, что оно находится в Иерусалиме. Если вы помните, когда Иешуа воскрес из мертвых, Иисус говорит, жена, что ты плачешь, кого ищешь? Она думает, что это садовник, говорит ему, господин, он не садовник, он посадил этот сад 4000 лет назад, перед тем, как он это сказал. Бытие 2.18.20. Итак, сделал ему помощник. Господь Бог образовал из земли всех животных. Это то же самое слово, но другое буквы. Из земли всех животных, полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как нарёт человек всякую душу живую, так и было имя ей. Я бы просто сказал «корова» и просто бы пошел к следующей. Но он назвал каждого животного лично. И нарёт человеку имя всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника. И это слово означает «помощница» или с тем, которым мы можем работать. Это та, которая видит врага.
этот союзник. Она та, которая должна увидеть врага, потому что человек, мужчина так загружен, делая работу, что он даже не замечает врага. Это почему? Так, когда... Как он их назвал? Сколько из вас бы хотели иметь тирек, чтобы вас защищал? Или, может, льва? Это слово «помощница» означает... Это большие динозавры. Он говорит, никто из этих не может меня защитить. Это что он сказал? Ты нуждаешься хорошей женщине. Она может тебя больше защитить, чем эти звери. Потому что наш враг — это кто? Сатана. Как нам эти животные не могут помочь нам против нашего врага Сатана? Иногда мы не понимаем нашу битву. Это мы идем на битву, и мы даже не знаем, кто наш враг. И поэтому мы друг друга истребляем, потому что у нас неправильные приоритеты. Знаете, какое слово для собака на иврите? Помните, Иисус Навин и Халев? Это Хелев. Хелев. Это что означает? Вы знаете, что Халев означает? Это связано с собакой. Есть лев. Это сердце. Собаки, они все как сердце. Когда он называет эти животные, он говорит, что в этом животное. Так, переходим к вам. Адам. Происходит от этого слова «адамо». Мы созданы с праха. И что мы находим? Дам. Это также кровь. Мы нуждаемся в крови. Мы также... Это означает «вода». И мы созданы с воды также. Адам. Первые две буквы. Это как туман. И что Яков говорит нам, это что мы как этот туман. В этом одном слове мы видим, мы три части. Мы с земли, мы нуждаемся в воде и в крови. И мы просто этот туман, который проходит. И это нам говорит все о человечестве. В этом одном слове для человека. Все здесь находит. Но когда мы смотрим на то, что Моисей использовал, чтобы писать это слово, он его так нарисовал. Алеф было нарисовано как бык. Потом последняя буква означает как это как вода. Но не спокойно какая-то вода. Это как цунами. Это вода с хаосом. Когда мы смотрим на имя Адама, как Алла первая буква, он был лидер, или он был первый, который вошел в этот хаос. Человечество. Есть 70 разных уровней. Просто это слово перечислить. Есть столько больше, что могу вам сказать. Но надо понять, что есть разные уровни, и нам надо это углубляться. Мне надо что-то пропустить. Я некоторые стихи поменял. Вы даже не знаете, что ожидает вас завтра, потому что ваша жизнь — это как что? Туман. Здесь оно написано. Три части, связанные с земли, связаны по образу Божьему, сделанные из воды и крови. И мы как это туман, в сравнении с Богом. Бытие 2:16-17. Вы знали, что Еву не выгнали из Адамского сада, только Адама. Вы знаете, что Ева никогда не слышала, что нельзя кушать этого дерева. Первые были эти животные, но потом не было помощницы, и тогда Бог сказал Еву. И это Адам добавил, сказал, даже не трое это дерево, которое он говорил Еве. Бытие 2:16-17. «Заповедал Господь Бог человеку, Адаму, а всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
и что Ева не была создана. Что мы читаем в 3 главе, из-за греха, и выслал Его, Господь из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой Он взят. Потому что она, Ева была взята с Адама, не с земли. И знал Адама, и писал на востоке, у сада Эдемского Херафима и пламенный меч, обращающий, чтобы охранять путь к дереву жизни. Ева просто за ним последовала. Поймите это. Когда мы видим Адам, если это внутри его это слово для крови, это одно из самых прекрасных вещей, что я понял, когда это увидел. Бытие 4:9-10. И сказал Господь камень, где Абель, брат твой? Он сказал, не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. Это неправильный перевод на английском. Оно означает, это голос крови, не чуть-чуть крови, а всех крови. Это всех поколений, которые не существовали из-за того, что ты его убил. Это не только его кровь, но кровь всем его потомков. Он истребил все, каждое поколение. Бытие 4:25-26. И познал Адам еще жену свою, и народила сына, и нарекла ему имя Сев, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин, у Сифа. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начал призывать имя Господа. Вы знаете, как ужасно это перевод? Если вы это читаете, и, что начали призывать имя Господа, мы думаем, о, Бог, помоги. Но вообще-то, что они начали делать, это проклинать Бога, говорить плохо против Бога. Потому что земля не реагировала, как они хотели. Бытие 5:3. Адам жил сколько? 130 лет. И родился на подобие своему, по образу своему, нарек ему имя Сев. И вот, и вы можете приобрести это за бесплатно, есть Адам и Ева, это первый год. И потом приходим на тот год, 130, это когда Сев родился. Если Авель, если Каин убил Авеля, то им было 125 лет, и они, когда они боролись. Или, может, они друг друга убили, там было 10. Но потом Адам ждал 120 лет, чтобы родить ребенка. Или два выбора. Или они боролись, когда им было 20, и потом ждали 110 лет, чтобы иметь другого ребенка. Или им было, двум было 120, когда они боролись, когда Халев и Авель боролись. Но им было где-то 130 лет, когда заменили Авеля с Сифом. Здесь мы встречаем все эти разные поколения. Первая страница, она здесь находится, это 500 лет, потом еще 500 лет, так 1000 лет прошло, потом еще 550. И потом потоп происходит. Итак, очень много времени произошло до того времени, как то произошло. Бытие 5:1. Вот родословие Адама. Но я хочу упомянуть. Бытие 2:4. Вот происхождение неба и земли. При сотворении в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Я думаю, это интересно. Как можно иметь много родословий в одном дне? Бытие 2:4. Эти происхождения или поколения неба и земли. А 5:1 — это родословие Авраама. То же самое английское слово. Но на иврите что-то другое. Нету этой вав. Почему одна буквы не существует. Это Бог специально это сделал.
Но когда его переводят, стараются это исправить, и они все портят. Здесь нету вав, когда Бог все создал, все было идеальное. Но когда он согрешил, эта связь, которая была между небом и землей, исчезла. И так Бог ждет этот правильный человек, который восстановит. Что мы замечаем? Вы знаете слово «тон дот», но неправильно написано каждый раз в Торе. Еще 7 раз оно неправильно написано. Вы знаете, когда вав возвращается? Это связь между небом и землей. Это книга Руф. И вот род Фаресов. Он — это человек, который соединит небо и землю. Это почему Матфея 1.1, когда говорит о родословии Иисуса. Оно не начинается с Адама. Оно не идет к Аврааму. Начинается с сына Давида. Он от того человека, которого ждали. Да, я закончил. Хотя я много пропустил, но я главное упомянул. Бытие 6.1.3. Люди начали умножаться, они имели детей. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали себе жены. Многие об этом неправильно думают. Они думают, что сыны Божьи — это демоны. Но мы в Новом Завете мы читаем, что сыны Божьи — это верующие. Может, вы демоны, но я не демон. Потом 4-5 стих. Увидел, что великое разрушение человека на земле, что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время. Это что есть разница между этот ребенком, который маленький ребенок, который пробегает и потом ваза падает и разламывается на 2 части, и этого подростка, который берет эту вазу и бросает. Но здесь мы читаем, что зло — это специально истребить что-то. Это как человек себя вел. Это что мы делаем с землей сегодня. Закончим этим стихом. 6-8 стих. «И рассказал Господь, что создал человека на земле, и воскорбил. Это так плакать, что даже не может дышать. У него было трудно дышать, когда он увидел, как выглядит земля. И сказал Господь, истреблю лица земли человека, которых я сотворил, от человека до скота и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Но я же обрел благодать пред очами Господа». Это Бог его воскребел. Это привело меня к покаянию. Я не грешу, потому что я не хочу попасть в ад. И есть те, которые говорят, я делаю хорошо, потому что я хочу благословения. Но правильная причина, я это не хочу грешить, потому что я не хочу оскорблять Бога. А почему эти птицы небесные, скот были истреблены? Почему они были наказаны? Бог создал человека, чтобы он правил над этим. И нет, если нету людей, мы больше не нуждаемся в этих животных. Давайте встанем. Подумаем. Наш Отец, наш Царь, мы так Тебя благодарим за все, что Ты делаешь, что разбудил нас. Мы хотим проснуться. Нам надо проснуться. Итак, я прошу, чтобы ты обновил это желание, чтобы искать и вникать в Твое Слово. Мы так благодарны, что Ты назвал нас Твоими детьми. И как Ты сказал, Моисей, сказать Арону, чтобы говорить над Твоими детьми. Не только их благословлю, но я поставлю свое имя на них. И это что сказал? Adonai v'ish mereka, Ya'er Adonai panavileka v'chuneka, Yisa Adonai panavileka v'asem l'ka shalom. The Lord bless you.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Это самое прекрасное имя.